включаем руки, ноги. Сначала мы становимся по стойке смирно и начинаем прыжки. Упражнение учикоми без соперника, просто подворот. В одну сторону, в другую. В одну, в другую. Начинаем переседание. Лопатки сводим назад, смотрим вперед. Ножки на ширине плеч, можно чуть-чуть шире. Начинаем переседание, полностью приседаем. Подтягивание на поясе. Родителям придется вам включиться и помогать. Значит, что подразумеваем? Ножки согнуты, упор, корпус держим и начинаем подтягивание. Колено под себя и растягиваем наружную часть бедра. Соответственно, меняем. Следующее упражнение. Разворачиваем ладони на себя, прогиб в спине, растягиваем предплечье. Пресс. Держим уголок под 45 градусов. И заключительное упражнение – это пресс-схватка.